Я мертвым был, когда меня нашли и оживили вновь. Забилось сердце, извиня, по жилам пробежала кровь. Ко мне пришла, как явь сквозь бред, сестра красивая и светла. Хоть ангелов на свете нет, но ангелом она была. Халижан Бекхожин, поэт, народный писатель Казахской ССР, ветеран Великой Отечественной войны. Мой отец, выпускник Казанского педагогического института и артиллерийской школы, будучи на фронте, не только воевал, но и работал военным журналистом. Минуты затишья от вражеских пуль писал стихи в памяти друга, сестре, наш Кушкарбай и многие другие. Часто вспоминал произошедший в апреле 45-го курьезный, но в то же время трагичный и судьбоносный случай. После взятия Праги вместе с двумя другими боевыми товарищами они обнаружили уцелевшую бочку. Содержимое по запаху напоминало спирт. Уставшие бойцы решили из нее прикупить за скорую победу, в которую уже никто не сомневался, и в память о тех, кто до победы не дожил. Когда жидкость из бочки была разлита по кружкам, издалека до них донесся крик командира: «Бекхожин! Капитан Бекхожин!» Так и не успел прикупить, папа поставил кружку и бросился на зов командира. А когда вернулся, обнаружил сослуживцев мертвым. Спирт был отравлен. И я только теперь понимаю, что громкий голос командира, прозвучавший весной 1945-го, меньше, чем за месяц до Великой Победы, спас моего папу. Дал возможность появиться на свет мне, моим сестрам и брату. Сохранил для казахской литературы одного из выдающихся ее мастеров. Мирасгуль Бекхожина, дочь Халижана Бекхожина, город Алматы.